Все, я тут лежу за горкой. Так, все, мы домой. Из интернета. Так, ну что, пошли-ехали. Да, да. Блейд еще быть. Я помню, как я в пикник лагере босиком ходил. Помнишь, как я по плитке? Она же теплая, а я по плитке босиком ходил. Мне все равно. Так, поехали. Куда? Хорошо. Гриша, трубы. Трубочки, поехали. Трубочки, сейчас пойду возьму, вон там трубочки у нас маленькие для того, чтобы пить. Так, Антоша еще хочет с собой взять блейды. Которые вчера купили. Угу. Ну, а он уже все вчера сломалось. Так, пошли. Угу. Так, мы приехали в пикник-клаб. Принесли уже за два захода все свои вещи. Так, Вало! Нет, это пикник-клаб, Афонь. Это Аквало. Так, только утро, у меня уже 3000 шагов. Сходила вот сейчас за кепками. Я теперь буду ходить в конопле. Ну пошли. Вот там как раз глянь, как хорошо. Так, ты просто их будешь пока фоткать? Просто, а потом на моделях. А-а-а. Куда родня, команда? Я не знаю, но я думаю на травке, да? Или даже можно повесить на дерево родня. Сейчас будем фоткать. Родни работу. Покажи, что ты тут нашила, родня. Сарафанчик, да? Угу. И рубашечку с кнопочками. Да, блин, как я испугался, когда Сера, это я увидела. Я тоже придумала. Ничего не занять, никакое место и пойти купаться. Просто пойти купаться, да, родня? Как я испугался, когда это увидела. Кого? Ёлки? Да. Антоха всех мажет кремом. Конечно, всем надо и ноги, и личики намазать, чтобы не сгорели. Много ранок. Коля. Ой, какие тут девчонки в одинаковых купальниках. Тут новые пикник-клабы повесили вот эти. Антоша, подожди, пока вот сюда вот. Сейчас я тоже спущусь, и ты тогда спустишься, хорошо? Только давай быстрее, а то я хорошо. Полный бассейн каратиста. Лёша, тебе это не надо. Боже, девчонки тут и с холодильником, да? Со своим. А это кто? Лол? Все, я тут лежу, загораю. Тоха принес блейд. У меня насадка потерялась, Афонька, блин, гуляла. Где-то в машине, да? Да, Афонька. Ну, где-то найдем. А еще раз скажите. Я опоздала. А еще раз скажите, что третье место долго другое. А? Ну нет, подожди, теперь же покажу. Мама, это уже у меня есть весь набор. Первое, второе и третье. Два третьих. Да? Мира, нам сзади тут красиво. Я Колю снимаю. Я но... вижу, как Коля. Ой, родня, не могу. Помашите!
Давай, я размывайся. Как уплыл? О, а вы не Дима, лежит. Нет. Давай, Афанасий, давай. Раз, два, три. Ой! Ну как там, хорошо? Да. Маргарита же тут плавала. Любовь. Маргарита плавала. Она вот сюда, оттуда сюда переплывает. Девочки, ты что? Девочки, не надо туда, так плохо, не иди туда, не иди. Маргарита на меня так глянула, развернулась и пошла. Ого, ты... Можно прыгать? Не страшно, Афонь? Маша, как мне уходит? А не конек. Пойдешь ко мне, солнце мое? Пойдешь к Диане? Афоня пойдет, если что. Вот все вот эти приседания по сравнению с этим. И что? Так кто тебя научил? Кто тебя научил? А я сейчас сам сразу научился. Да? Гриша! А как я научился? Кушать! Интервью, Богдан. А? Интервью давай. Ну что, в бассейне покупались и поели. Что вы думаете? Теперь можно еще покупать. Можно еще покупать. Да? Арбуз. Это вот оттуда, наверное. Да, Диана, это оттуда. Так, все, мы домой. Ура, ну как, ребята? Нету. Ребята, рассказывайте, как ваши впечатления от отдыха? О, Афоне это надолго запомнится. Афоню за палец закусила оса, да? Под конец. Гриша, раньше. У тебя какие впечатления? Ты научился нырять щучкой, да? Нет, я... Ну, хотя да. И ай. Что? Ай. Ай! Что? Ай, вокруг глаз все болит. Ну, у тебя там и обгорело, и от очков еще, да? От очков. Антоша, тебе понравилось?
хотелось, но еще там Богдан купается, еще. А тебе еще хотелось? Мне тоже бы. Можно просто в обычный день самим приехать. А сколько тут забрать?